держи присядь. Читал наверняка, то есть, да, чем он составлялся и чем он отличается от советского и... Ну, если честно, текст присяги там. Текст такой, вот он, более удобный, более прочен. Нет, да, ну что, все было банально, просто, чтобы люди понимали, какую они присягу делают. Присяга, которая была в Славянске, и здесь немножко отличается. Здесь более спрощенно и более понятно. Люди дают присягу, наверное, свободной республики. Народу защищать, которого, если они нарушат закон, они будут, ну, покараны. Так что текст очень удобно готовить. Он не намного отличается, могу вам сказать честно, от присяги Советского Союза. Не намного. Так что, в принципе, люди, которые в возрасте здесь, в данный момент, показаните, что стоят люди разного возраста, начиная от 18 и заканчивая 55 лет. Люди, которые служили в Советской армии, я не знаю, этот текст, они очень легко его прочитают и быстро примут. Да. Вы радостью принимаете? Ну почему? Я могу вам сказать честно, девушки с более желанием воюют, чем мужчины. Здравствуйте, товарищи! Для принятия присяги приступить. Своего народа и отечества, вступая в ряды вооруженных сил Донецкой Народной Республики, принимаю воинскую присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным воином, строго хранить верную государственную тайну, строго хранить все тяготы и решения воинской службы, беспрекословно выполнять воинскую уставу. Священную присягу и передам героическое прошлое своих соотечественников. Я надеюсь, каждый из нас запомнит, это шаг сильный. Формирование нашего государства как Донецкой Народной Республики. В будущем, надеюсь, объединение республик Новороссии. Бойцы, я поздравляю вас с принятием присяги. Пусть этот день войдет в историю вашей жизни. И этот день связывает теперь с вашей землей вас душой и телом. Дело в том, что в моих руках 6 глава книги «Когда гремели пушки». Ее написал маршал Советского Союза, герой Советского Союза, маршал Бирюзов. Вообще врач на передовой. Как твое имя? А? Как имя? Кристина. Кристина, очень приятно. А позывной есть? Кри. Как? Кри. Кри. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, пару слов мужчинам, которые хотя бы в армии служили, сидят сейчас там на диване, в интернете нас поддерживают. Ребята, диванные войска не приветствуются в батальоне Сомали. Так что берите оружие, идите служить, защищать свою землю, своих детей, матерей. И отдайте честь, отдайте долг своей стране. Спасибо большое. Так, Чуча, сюда. Еще раз. Чуть-чуть присядьте. Упали. Сделайте на мой чи. Упали, отжались. Нам передадут по блютузу. Могу сказать честно, текст присяги там. Текст такой, вот он, более удобный, более прочен. Нет, да, ну что, все было банально, просто, чтобы люди понимали, какую они присягу делают. Присяга, которая была в Славянске, и здесь немножко отличается. Здесь более спрощенно и более понятно. Люди дают присягу, наверное, свободной республики. Народу защищать, которого, если они нарушат закон, они будут...